Здорово, котята! В этом выпуске мы увидим взлеты и падения нашего зараженного на голову друга. Всех с наступающим Новым годом и не наедайтесь ночью сильно. Поехали! Вот ёпта! А чё это у меня такое? Ух ты, нихера! Чё-то... Лазерная глефа? Странная каменная арка, кажется, она обращается ко мне. Оставайтесь в живых. Ой-ой-ой-ой. А что это было, блин? Нихера себе. Это что за окунь, бля? Это все объясняет. Что оно объясняет, не пойму, ну да ладно. Гитара. Статуя. Ее глаз медленно пульсирует. Он похож на разряженное оружие. К счастью, этот здоровяк выведен из строя. Уже не такой могучий, а? Ладно. Так, это чё? Бросаемые предметы. Ого, урона. Просто хочу попробовать, что это такое. Головешка. Надгробие упало с потолка. О, чёрт. Узнаю почерк. Невидимых врагов? Я, конечно, не знаю. Наверное, зря я не взял. Ну, блин, невидимых врагов. Я что-то по такие нюансы еще не знаю про эту игру. Откуда? Они вообще тут есть? Так, давай. Бита, бля. Блин, бита. Тюремные башни. Блин, бита тоже хорош. Хо-хо-хо-хо. Но она не будет, вряд ли она будет лучше колоссожателя. Похер. Ну да. Я в рюкзак его положу. Ладно, поехали в тюремную башню. Опа, ничего, в 60-ку попадаю. Не ожидал. Блять. Бля, пацаны, я не знаю. Конечно, с холодом. Ладно, я, наверное. Так, вместо бейсбольной. С нее деньги просто получу. Не знаю. Эта штука, конечно, интересная, но, блин, удар холодом это. Must have. Парные кинжалы я брать не буду, наверное, сейчас. То есть оно как бы похуже. Прижат к стене, конечно, да. Или все-таки взять. А похуй, давай возьму, короче. Рискну. Просто рискну. Он быстрее лупит. Вот в чем нюанс. Так, я впервые здесь сейчас побываю. Это что за место? Заброшенный склеп. Бляха-муха. Я просто пойду посмотреть. Я был в крематории, или как он там называется? Бля, не сдох там. На заброшенном склепе я еще не был. Вау. О, блин, у меня сколько душ. 54, так. Сковорода Чаки. 7 с плюсом. А вот это уже имеет место быть. После оттаивания враг страдает кровотечение. Затем... Вот это уже имеет место быть. А, и все? А, нет, ну да. Так. О боже, неизведанное место. Вот это да. О боже, ни хрена себе. Вот это да. Пойти в банк? Пойдем, я там не был. Банк. Вот это да, вот это поворот. Что, тут банк есть? Бля, только не босс же. Сколько тебе еще? Надо было идти в художники. О, посетитель, как же давно сюда никто не заходил. Доверьте нам свое самое ценное имущество, и мы о нем позаботимся. Вау. В смысле? Это что это вообще за место такое?
Ни хрена себе место. Прям еще биться придется тут. Синий ключ. Зеленый ключ. Ну, короче, чем дальше, тем... Красный ключ у меня был. Вау. Ой, понял. Ни хрена. Так-так, тут надо быть осторожней. Какие-то узники банковые. Ой-ой-ой. Так, ладно. Да, эти анимации. Блин, как короткие мечи, жесть. Неудобно немножечко. Боже, пожалуйста, давай я не буду умирать сегодня. В банке, тем более. Опа, синий ключ. Так, это я в начале опять. Но я же не был вверху. Ни хрена себе ограбление века у меня тут происходит. А, не сюда. Подожди, там еще вниз. Плеть. О, подожди. Ладно. Бля, там еще вниз, там вверх. А, да? Не-не-не-не-не. Этим говном занимайся ты сам, так. Боже, а чё так сложно? Но интересно, поехали. Синий ключ, у нас там он типа сверху вроде как, да? Это просто плати или уходи. Так, там синий, она была ли у нас? Да-да-да, была одна дверь с синим ключом. О, сюда-сюда. Фух. В жопу. Он еще, блин, телепортится, это вообще чмо. Бля, у меня последняя хп, а что за херня? Что так сложно? Сука. Чуть-чуть стоит немножко обосраться, все. Ты обосрался? Ебать! Пацаны, ну все. Ой-ой-ой! Боже, дайте мне... Дайте мне... ХП, просто чуть-чуть ХП. На куриную лапку. Бля, не хочу. Я хочу, чтобы они в одну сторону шли сейчас вместе. Подожди. Я хочу их вместе замундохать. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот и идите, вот так вот и идите. Пиздец, блядь. Ну так и... Надо было заморозить этого, пойти того замочить. Точно. Чё я так тупо, бля? Боже, я в банке был. Я его почти ограбил, бля. Сбалансированный клинок. Это неплохо. Вот и проверю бросаемые предметы. Нихера. Кстати, это неплохая штука. Максимум я еще сюда бы сходил, что-то тут. Ух ты, ё-моё, чё это? Приветствую, ты кто? Доберись до города, стоп, что это за место? Ты выглядишь иначе, где твои карты? Вот, держи колоду на радужных осколках. Что? Немного того, немного сего. Это какой-то
Касатка. Наносит 0 урона. Взять я, вы получаете бонус 15 здоровья, сохраняющихся бесконечно. Что? Пассивно успешное парирование дает бонус 4-9 здоровья в течение 15 секунд. Бля, я конечно не знаю. А что за сброс? Удаляет бонус здоровья и наносит урон в зависимости от количества удаленного. Не знаю, не особо что-то. Да, он отлетел, но, блин. Насколько же это было? У него еще, кстати, кровотечение было дичайшее. Так, смотри. Бросает граната. Так, носит критическую рану сразу после кувырка или парирования. Ага. Может быть, я все-таки возьму. Да и все. Так, чистый гвоздь, 2000, ого, позволяет атаковать движение и вверх, атакуя вниз воздуха, подскакивайте. Угу, наверное, блядь, да. Хотя 2000, блядь, я даже не знаю. Ну ладно, наверное, возьму гвоздь все-таки. Что-то мне гвоздь больше. О, пиздец. Кусаки это мои. Часовщица. Особо проблем-то и не было с ней, когда я еще на голову ей сел, прямо хорошо сносить начал. В смысле винокурня, блядь? Куда я нахуй пошел? Ман, нахуй выйти важно? Блядь, нахуй мне винокурня? Я что-то не туда пошел. Пиздец, я не туда пришел. Блять, нахуй я сюда пошел? Что тут еще за черты будут, блядь? Куда я попал? Я сюда не хотел. Мне можно как-то вернуться домой. Я сюда не хотел. Я не понимаю, как мне вернуться домой. Бочка мед. Две. Ого! Ебать! Так вот в чем еще прикол. Спасибо. Пучка мед, это пиздец. Пошел в жопу, как говорится. По привычке. У меня уже этот гвоздь, блин, ёкарный бабай, какая у него дичайшая уже крита. Аппарат не работает, один инженер был на... Ну, с бочкометом еще ладно, еще более-менее как-то попроще. Два удара. Мы два бочкомета, мужик. Оглушен. Стрелу, останки жертвы взрываются. Нельзя продать. Кого продать, блин? О чем вы вообще думаете? Кого продавать? Я не собираюсь ее продавать. Это классная штука. Это прямо, блин, класснючая штука. Наносит 1 000 000 урона. Капец, 1 000 000 урона. Сука, у меня все. У меня граната наносит, блин, по 2-3 тысячи урона. О боже, я уже... То есть я вместо этого... А, точно, тронный зал, это уже последний, это босс. А я думал, сейчас еще пойду в покое.
Винокурня вместо покоев. Так, смотри. РТ-ЛТ. Буф-буф. Просто выношу этим. Буф-буф. И ну, там главное не обосраться. Похуй. Десница Ковролян. Так. Ебать, я чуть не обосрался, я думал, сейчас сдохну, блядь. О боже. Я чуть не обосрался. Изменена сложность и дополнительные приколы дают. Бля, я с вот этими всеми приколами, с бомбами, со всеми, которые, блин, наносят миллион урона. Просто посмотрите, у меня, блядь, одна бомба наносит 4200 урона, другая наносит 2100, бочкомет 3600, прикрытие 11. И этого говна я еще еле замочил, у меня даже чистый гвоздь 4600, но на прикрытие 6500. Крит это когда я сверху по нем бью, блядь, я чуть не сдох. Ну не то, что чуть не, ну прям, ну чуть не сдох, реально. Бляха-муха. Это сложно. Копье? Наносит какие-то, если вы быстро убиваете им врагов. Просто ради интереса? Попробовать? Боже. Сейсмический шок. И у меня сейчас сейсмический шок вообще-то происходит. Алло? 5 клеток босса для того, чтобы туда пройти. Алло. Убиваю. Это именно король сам по себе? Чё он такой лоховской? То есть десница короля это прям вау-вау, а это... А это вообще лох какой-то. Король вообще лошара. Десница такой, блин, жирный. Так я теперь король? Да уж. Фух, сука. Я думал, просто сейчас опять просру. Я начал путать кнопки, когда убивал десницу. Я вижу, что жопа приходит. Я не могу даже пальхилиться. Я просто дул. Я смотрю, у него хп мало. Я пытаюсь что-то жать. Я пытаюсь что-то понимать. Что-то я пытаюсь ему на голову запрыгнуть. А это падла еще прыгает сама по себе. Я просто в чайник ушел. В двухносиковый чайник я просто ушел. Теперь можно испытать новый уровень сложности, взаимодействуя с трубой в начале игры. Опа.